Образ, который ты видишь сейчас своими трансцендентными глазами, нельзя постичь, изучая Веды, совершая тапасию, раздавая пожертвования или проводя обряды поклонения. Эти методы не подходят для того, чтобы постичь мою истинную природу. So the word naham,
Aham means I. Слово нахам. Na means not, never. На значит никогда, и ахам значит я. So not simply by study of the Veda can I be understood. Не изучение Вед я не могу быть понят. На тапасья, тапасья, serious penance. Тапасья значит суровые аскезы. Not just by serious penance. Не даже суровыми аскезами. Not just by charity. Не даже раздачей пожертвований. Иджая, by worship. Или поклонением иджая. So Purport read. Комментарий Шрилы Прабхупады. Сначала Кришна появился перед своими родителями Деваки и Васудевой в образе четырехрукого Вишну, а затем принял двурукий облик. Атеистам, а также тем, кто чужд преданного служения, трудно проникнуть в эту тайну. Ученым, которые рассчитывают понять ведические произведения, опираясь только на свое знание грамматики санскрита и академическую эрудицию, никогда не постичь Кришну. Не смогут его постичь и те, для кого посещение храма всего лишь ритуал. Они регулярно приходят в храм, но не могут понять подлинную природу Кришны. Постичь Кришну можно лишь для идя путем преданного служения, о чем Кришна сам говорит в следующем стихе. So not simply by studying the Veda. Даже не изучением Вед. Then Prabhupada says, for scholars who have simply studied Vedic literature by way of grammatical knowledge or mere academic qualification. It's in the middle of the book. И Прабхупада говорит, ученым, которые рассчитывают понять ведические произведения, опираясь только на свое знание грамматики санскрита и академическую эрудицию, никогда не постичь Кришну. Krishna is not possible to understand. Кришну не так невозможно понять. So there are scholars. Итак, есть ученые of Sanskrit, санскрита. In I think Kiev University. В Киевском университете, наверное, есть такие. Днепро University. Есть в Днепре университет. Oxford University, Cambridge. В Оксфордском. В Кембриджском. They study the Sanskrit. Они изучают санскрит. But it's academic study. Но это академическое изучение. It is lacking bhakti. И там отсутствует бхакти. And some of these scholars can speak Sanskrit. Кто-то из этих ученых может говорить на санскрите. Like when Prabhupada went to Moscow. Когда, например, Прабхупада отправился в Москву. Who did he meet? Кого же он встретил там? Putin. Did he meet Vladimir Putin? Он встретил Владимира Путина. Who he met? Кого он встретил? Katovsky. So he's scholar of Indian religion or philosophy. И этот Katovsky был ученым индийской культуры и философии. Sometimes they write thesis on Rupa Goswami's Bhakti Rasamrita Sindhu. Иногда они пишут трактаты на предмет Рупы Госвами, Бхакти Расамриты Синдху. And they sit around coffee table. И они сидят за столиком, drink coffee. Пьют кофе. And they smoke. И они курят. They don't follow religious principles. И они никогда не следуют регулирующим религиозным principles. And yet they know Bhagavad Gita better than you. И они, возможно, знают Бхагавад Гиту лучше, чем мы. But they only know academically. Но их знание академическое. Because they have no bhakti or devotion. Так как у них нет преданности, у них нет бхакти. Like licking the outside of the honey jar. Это все равно, что лизать банку с медом снаружи. It's only by bhakti you can begin to understand Krishna. И это только с помощью процесса бхакти мы можем начать понимать Кришну. Not simply by academic study. Даже не академическим изучением. Not by undergoing serious penance. Даже не совершая суровые аскезы. Even there are yogis who are very thin. Даже очень могущественные йоги, они
те, которые худые, they surround themselves with fire. Они окружают себя огнями. I remember the first time I ever went to Vrindavan. Я помню, когда первый раз я отправился в Вриндаван. 1978. And I went to Varshana, the hill. И первый, куда отправился, на Варшану, холмы Варшана. And I was walking down the hill, and I saw one yogi. И Махарадж спускался с холма, и он увидел одного йоги. And he was like naked. И он был раздетый, голый. And he was sitting in the sun. И он сидел под солнцем. And there were four fires. И там было четыре костра вокруг него. And it was cow dung. И это был навоз коровий. Cow dung burns at very high temperature. И когда навоз горит, это очень высокая температура. And he was like meditating. И он в это время пытался медитировать. Because he was in the right place. А он был в правильном месте. Варшана. Это Варшана. And I think it was a bit of a show. Но это немножко было такое шоу. Because it was right on the pathway, you see. То есть это было прямо на парикамной дороге, на пути. So I remember going to Varshana 9 years later. И я помню, когда я ехал на Варшану 9 лет спустя. And I saw the same yogi. Я видел этого, того же йога. 9 years later. 9 лет спустя. So there are yogis who are very austere. И существуют йоги, которые очень аскетичны. They may have some mystic powers. И они, возможно, имеют какие-то мистические совершенства. But they don't have bhakti. Но они не имеют бхакти. And often, when you get these powers, you become proud. И часто, получая какие-то мистические могущества, мы можем стать гордыми. Many times when someone is austere, the heart becomes hard. И в большинстве случаев, когда мы очень аскетичны, наше сердце становится жестким. Become with pride. Окрашено гордостью. So he is not understood by persons who officially go to the temple. И Кришна даже не может быть понят теми, кто регулярно ходит в храм. So there's official worship. Это такое официальное, такое публичное поклонение. Ritualistic worship. Ритуалистическое поклонение. So it's worship without bhakti. Это поклонение без бхакти. Without sambandhana gyan. И без самбандха гьяны. You know, gyan means knowledge. Знали, что гьяна есть знание. Sambandhana means relationship. И самбандха значит взаимоотношения. Relationship of your knowledge of your relationship with Krishna. И это знание о наших взаимоотношениях с Кришной. This is taught in Bhagavad Gita, sambandhana gyan. Это обучает нас этому, это рассказывает нам Бхагавад Гита. Майя татва. Например, майя татва. Вишну татва. Или Вишну татва. Джива татва, Шакти татва, татва knowledge of fundamental aspects of Krishna consciousness. И татва это значит фундаментальное знание об аспектах сознания Кришны. So the next verse, Bhaktiya Tva Ananya Sakya. Only by devotional service can I be understood. И в следующем стихе говорится, только с помощью преданного служения Кришна может быть понят. And thus I can be seen directly. И это даже можно его увидеть непосредственно. So devotional service, it ends with what is called praying. И преданное служение, оно заканчивается на уровне то, которое называется према. Or love for the Lord. Или любовь к Богу. So this praying is very rare to see in this material world. И эта према, она очень редко достижима в этом материальном мире. We have attachment to our husband and wife. Мы имеем привязанность к своему жене или мужу. Often we have attachment
И часто мы имеем привязанность к своим детям. Especially when they're young, because when they're young, they're more helpless. В особенности, когда они очень юные, когда они беспомощные. Now, you can take an example in the material world. Также мы можем взять пример из материального мира. And we can try to understand from that material example the spiritual truth. И беря примеры из материального мира, мы можем на этих примерах постичь какие-то духовные истины. So I'm going to give a few examples. Например, я дам вам несколько примеров. Then you try to use with your imagination. И вы пытаетесь использовать это с помощью своего воображения. The love that the parents have for the child. То любовь, которую родители имеют к своему ребенку. It's very intense. Это очень интенсивная любовь. Especially when the baby is young. Когда особенно если ребенок очень юный. If we had that same attachment for Guru and Gauranga. И если мы имеем такую же привязанность к Гуру и Гауранге, we would be on the level of prema. То есть мы бы незамедлительно оказались бы на уровне премы. Can I understand that example? Можете понять этот пример? I remember I was in Vrindavan. И я помню, когда я был во Вриндаване. And my mother, together with my sister, came to visit me in Vrindavan. И мать Махараджа и его сестра, они приехали, чтобы навестить его там. My mother wanted to understand more about what I was doing. И мать Махараджа, она решила понять, что же он делает на самом деле. About 15 years ago. Это было лет 15 назад. So she wanted to come to Vrindavan to see more what I was doing. И она хотела приехать в Вриндаван, чтобы увидеть, чем же он занят там. Because I walked out of our family when I was 20 years old. То есть, так как Махараджа ушел из семьи, когда ему было чуть больше 20 лет. But, you know, I had good childhood. Но было хорошее детство. You know, I wasn't abused, I was loved materially, I was loved. Да, он не был унижен, он был любим материально любовью. But then all of a sudden. Но неожиданно. So, my mother came to Delhi airport. И мать приехала в Делийский аэропорт. And she came with my sister. И она приехала с сестрой. Now, when I joined the Hare Krishna movement. Когда я присоединился к движению Hare Krishna. My sister was 5 years old. И в то время сестре было 5 лет. So she never really knew me. Она по-настоящему никогда не знала. And she had 2 children. И она также уже имела в то время 2 детей. And this is the first time she'd been away from the 2 children. И это было первый раз, когда она была как бы в стороне, или она была не со своими детьми. So I had to go and greet them at Delhi airport. И Махараджа отправился встретить их в Делийский аэропорт. So my sister, my mother comes out and I say hello to her. И когда мать вышла, то Махара сказал добрый день. All the types of motherly things that mothers do to their sons. И все эти мамины штучки, которые мама делает по отношению к сыну. And then I asked my sister. И затем я спросил свою сестру. I made a mistake. Я сделал ошибку. I asked my sister. Я спросил свою сестру. How are the children? Как же твои дети? And immediately she turned. И она незамедлительно развернулась. And started crying. И начала плакать. And she'd only been away from the children for 10 hours. И она буквально была как бы в разлуке со своими детьми 10 часов прошло. Now this is like Chaitanya Charitamrita. Это как бы просто в читании Чаритамриты. Isn't it? Не правда ли? Lord Chaitanya hears the name Krishna. И Господь Читания, его имя Кришна. He swoons. Он плыл. He starts to fall down. Он начал падать. Asru, tears. И слезы пошли из глаз. So my sister's doing the same thing. То есть сестра делала те же самые вещи. But it's for 2 small little children. Но это эмоции проявляются к 2 маленьким детям. If that same attachment had been towards Krishna. Если бы та же привязанность была направлена на Кришну, she'd be on the stage of above.
Она была бы незамедлительно на стадии Бхавы. Bhav comes before prema. Бхава приходит немножко раньше премы. And the highest we can go in this physical body. Это тот самый возвышенный уровень, на который мы можем прийти в этом физическом теле. It's the stage of Bhav. Это стадия Бхавы. You can't actually come to the stage of prema in this physical body. На самом деле мы не можем достичь стадии премы в этом физическом теле. You have to take birth again in Krishna's pastime. Мы должны принять заново наше рождение в играх Кришны. Within the material world. А внутри этого материального мира. Wherever Krishna's pastimes are going on now. Где угодно, где игры Кришны сейчас происходят. And there you have what is called a spiritual body. И затем мы можем получить то, что называется духовным телом. It's not 100% spiritual. Но это не является на 100% духовным телом. It's a little mixed. Это немножко смешанное. And it's called vastusi. Это называется vastusi. So in this physical body, you can only go to Bhav. И в этом физическом теле мы только можем достичь Бхавы. So if my sister had as much attachment. И сестра, она имела такую большую привязанность. To Krishna. Кришне. As to her young children. Если бы она имела такую же привязанность к Кришне, как к ее юным детям. She'd be on the stage. Она незамедлительно была бы на стадии Бхавы. И много-много родителей они имеют такого типа привязанности. И мы можем видеть в материальном мире эти примеры. И эта любовь к Кришне, она напоминает эту духовную любовь. Вернее, материальная любовь, она напоминает эту любовь к Кришне. But there are differences. Но есть небольшая разница. And I'm going to discuss a few differences. И я собираюсь объяснить эти небольшие различия. Number one, it is eternal. Номер один – это то, что она вечная. Before my sister had the children, there was no attachment, because there were no children. Перед тем, как сестра она приобрела этих детей, до этого не было никакой привязанности. So in other words, attachment to the children is temporary. То есть, другими словами, привязанность к детям она является временной. But praying for Krishna is eternal. Но према Кришне она вечная. In my last life, my sister also had children. She's forgotten those. Если бы сестра она имела в прошлой жизни также детей, то она забыла бы их. We're attached to our parents. Мы привязаны к своим родителям. All of you are more elevated living entities, so in your last life, human being. Вы все возвышенные живые существа, потому что вы в прошлой жизни были человеческими существами. But you can't remember your parents in your last life. Но вы не можете помнить своих родителей в своей прошлой жизни. Or the one before that. Или перед той, что была позапрошлой. You had children in your last life. Наверняка вы имели детей в своей прошлой жизни. Completely forgotten. И полностью вы забыли их. Even in this lifetime. Даже в этой настоящей жизни. Sometimes people have, it's called mental dementia. И иногда они имеют ментальные заболевания. Mental dementia, Alzheimer's disease, they forget. Болезнь Альцгеймера. Yeah, they forget. They forget who their children are. Они забывают, например, о своих детях. I went to see my grandmother when she was 102 years old. И раз отправился Махарадж видеть свою мать, которой было 102 года. I'm her eldest grandson. То есть он старший сын. She didn't know who I was. И она даже не вспомнила, кто он был. Who are you? Кто же ты? Who are you? She didn't know who I was. Она даже не помнит, кто он был. So even in this lifetime we forget. И даже в этой жизни мы забываем. But praying for Krishna is eternal. Но према Кришне она вечна. And another characteristic of praying. И другая характеристика премы. Is praying for Krishna. Involves it intrinsic in that praying is to always give.
И эта према Кришне, она унаследованные характеристики ее, она всегда работает на отдачу, она отдает. One is always giving to Krishna. Все время мы отдаем Кришне. As soon as that giving stops, then the praying goes away. И как только этот процесс отдавания останавливается, мы эта према она уходит. Another characteristic of praying for Krishna, unconditional. И также одна из других характеристик премы, она необусловлена. You want nothing in return. Вы не хотите ничего взамен. If you want something in return, it's materially motivated. И если вы хотите что-то взамен, это материально мотивированное чувство. And the Bhagavatam calls it Kaitava Dharma. И Бхагаватам называют это Кайтава Дхарма. Cheating religion. Обманная религия. There's a word trading tendency. Это слово склонность к бизнесу, к продаже, к торговле. Business tendency. What can I get? Что же я могу получить за нее? I'm offering my one lamp. It's Purushottama Mat. Я предлагаю лампу сейчас вместе с Пурушоттама. God is seeing me offer my lamp. Господь видит меня, я предлагаю ему. I offer one banana. Я предложу один банан. I offer one stick incense. Или я предложу благовоние. All the devotees are seeing me. И все преданные смотрят на меня в это время. What can I get? Что же я получу взамен? What is my shopping list? Какой же мой список покупок? Oh, I want a good wife. О, я хочу хорошую жену. Oh, a handsome husband. Или симпатичного мужа. Oh, nice children look after me when I'm old. И хороших детей, добропорядочных, которые будут присматривать за мной. Или я хочу Panasonic камеру высшего качества. I want Mercedes. Или я хочу Mercedes. Mercedes S. Mercedes модели C. Or Rolls-Royce. Или Rolls-Royce. I want to go for holiday. Я хочу отправиться на holiday. To Bahamas. Los Angeles. Los Angeles. I want nice wedding by Prince Hari. Я хочу иметь хорошую свадьбу, такую как у принца Харди. You know, he got married on the weekend. Буквально на этих выходных он женился, этот принц. To film actress. На одной актрисе кино. Or you didn't know. Или вы не знаете. Anyway, big thing all over the world. Так или иначе, это большое известие по всему миру. I want good health. Или я хочу хорошее здоровье. Yes. I want, give me, give me, give me. Я хочу, дай мне, дай мне, дай мне. And then they sing. Jaya Jagadisha Hari. Затем они поют. Jaya Jagadisha Hari. Give me a house by the sea. Дай мне дом возле моря. And a color TV. Цветной телевизор. Jaya Jagadisha Hari. Jaya Jagadisha Hari. Give me a mother-in-law that won't bother me. Дай мне тещу, которая не будет меня беспокоить. So give, give, give. Итак, дай, дай, дай. So materially motivated. Итак, это материально мотивировано. Even in a spiritual organization. И даже в духовной организации. One may want followers. Кто-то может быть следовать. One may want name and fame. Кто-то может хотеть последователей и славу и имя. In Manasiksha, Raghunath Das Goswami has called this pratishta. И Манасикша Раднанда Дас Госвами называет это пратиштхой. I want to be the best mridanga player. Я хочу быть лучшим игроком на мриданге. I want reputation of knowing of being big philosopher. И я хочу иметь репутацию знатока философии. Even one can be proud of being humble. И даже кто-то может быть горд тем, что он смиренен. Sounds funny. Звучит достаточно смешно. You put on show of humility. Но это выставляет на показ это смирение, так называемое. And become proud.
И люди становятся горды от этого. So real love for Krishna is unconditional. И настоящая любовь к Кришне, она не обусловлена. One is not asking for anything. И тогда человек не спрашивает абсолютно ни о чем. And Krishna may trample you. И Кришна может растоптать нас. He may embrace you roughly. Или грубо обнять нас. But one is willing to accept anything. И когда человек готов принять все что угодно. Rupa Goswami has also given another nice definition. И Рупа Госвами дает другое очень хорошее определение. That pure love for Krishna is like a force. И чистая любовь к Кришне, она подобна силе. That is never stopped. Которая никогда не останавливается. Never interrupted. Никогда не прерывается. Never reduces. Никогда не уменьшается. It's indestructible. Она неразрушима. Completely indestructible. Полностью неразрушима. Whereas the love we have for our family members. Но та любовь, которую мы имеем к нашим членам семьи. Comes and it goes. Она приходит и она уходит. You can love the wife. Вы можете любить свою жену. The wife can love the husband. И жена она любит также мужа. And then in 5 years they can divorce. Но через 5 лет случается развод. And instead of loving each other, they hate each other. И вместо того чтобы любить друг друга, они ненавидят друг друга. Sometimes they kill each other. И даже они убивают друг друга. Isn't it? Не правда ли? Parents kill the children. Иногда родители убивают детей. It's called filicide. Это называется филосайд. Over 1,000 every year in America. Филосайд это буквально тысяча. Homicide, filicide, to kill children. Homicide это убийство человека и филосайд это убийство детей. Тысячи. Parents are doing this anyhow because of abortion. И так или иначе родители это делают, так как они делают аборты. The child is not born, but abortion, killing. Но когда ребенок еще не рожден, но аборт это убийство. At least 120,000 every day. Как минимум 120 тысяч в день. Абортов. World Health Organization for the last 10 years. Мировая организация здоровья она дает статистику за последние 10 лет. Between 40 to 44 million abortions every year. Она говорит о том, что 44 миллиона абортов каждый год. 120,000 every day. Это значит 120 тысяч каждый день. That's 5,000 in 1 hour. Примерно 5,000 в час. I've been speaking 30 minutes. Я говорю уже полчаса. 2,500 abortions. 2,500 абортов совершено. And then, of course, you get reaction. И, конечно же, мы будем получать реакции. And this comes in the form of disease. Это приходит в форме болезни. Road accidents. Дорожных инцидентов. War. Войны. It's called pandemics. Disease like in Congo now, there are Ebola diseases coming out. Например, очень страшная болезнь, которая есть в Конго, называется Ebola. Malaria. Малярия. So pure love for Krishna is very high. Чистая любовь к Кришне, она очень возвышена. It's very pure. Она очень чиста. And this is our goal. Это наша цель. But we can't immediately adopt it. Мы не можем незамедлительно принять это. It's a gradual process. Это очень постепенный процесс. So we've all made a start. Мы начали только это. We're chanting the name of God. Мы повторяем святое имя Бога. Offering the lamps. Мы предлагаем лампы. Reading Bhagavad Gita. Мы читаем Бхагавад Гиту. Trying to serve Guru and Gauranga. Мы пытаемся служить Гуру и Гауранге. And gradually this seed, we have a seed in our heart. И постепенно то семя, которое мы имеем в своем сердце. It's like a creeper. Подобно лиане. And gradually it will grow bigger and bigger. И постепенно оно будет расти больше и больше. And this creeper will produce a flower. И эта лиана, она в конце концов произведет цветок. And this flower is very sweet smelling. И этот цветок, он будет очень сладко пахнуть. And this is the stage of bhava. Это называется приближаемся к стадии бхавы. And the sweet flower will attract the black bee, Krishna.
И этот сладкий цветок, он привлечет черного шмеля Кришны. So, the stage of Bhav Krishna is very much attracted. На стадии Бхавы Кришна очень привлекается таким преданным. And then that kripa after the flower gives the fruit. И после эта крипа, эта лиана, она произведет плод. And the fruit is very sweet. That is praying or love. И этот плод, который выйдет из цветка, он очень сладок. Это называется према, любовь к Богу. Mature love. Но это зрелая любовь. So we have that creeper as Bhakti Lata Beach is growing now in our heart. И мы имеем эту прему, эту крипу, лиану бхакти, которая растет у нас в сердце. And we're watering it. И мы поливаем ее. So this Sadhu Sangha is watering. И Sadhu Sangha является поливкой этой. Taking prasad is watering. Принятие прасада — это поливание этой. Ratha-yatra festival is watering it. Фестиваль Ратха-ятра — это поливание этой. Reading Bhagavad-gita, Bhagavatam is the watering. Чтение Бхагавад-гиты и Бхагаватам — также поливание ее. Following Ekadashi, fasting, this is watering the Bhakti Lata Beach. Следование Экадаши, посты — это также поливание этой лианы Бхакти. But sometimes weeds also grow. Но иногда сорняки также прорастают. Да. I know one lady. She invited me to her house. Я знаю одну женщину, которая пригласила меня к себе домой. And she said, "Oh, I'm Tulsi Devi." Она сказала: "О, я имею Туласи Деви." Every day I do puja. И каждый день я делаю пуджу. Twice a day I do puja. Даже дважды в день я делаю. Oh, I have so much love for Tulsi. Я такую большую любовь развиваю. I touch her leaves. Я прикасаюсь к ее листьям. Я поливаю ее. Oh, I'm in love with Tulsi. О, я так влюблена в нее. So she showed me. И она показывает. It was a weed. Это сорняк. So when you water, also the weeds. И когда мы поливаем это растение, также могут прорасти сорняки. They'll also grow. Они также растут. So you tell me now, what are the weeds that will grow? И вы мне скажите, какие же именно сорняки будут? Give me some example. Дайте какой-то пример. Of some weeds. Каких-то сорняков. Also you can call it anarthis. Это называется анартхи. So what are some of the weeds that will grow? Какие же это сорняки, которые там прорастают? Pride. Pride. I am very advanced. Итак, гордость. Я очень подвинутый. Yeah, look at my brahmins, right? Посмотрите на мой брахманический стол. Oh, look at the way I'm dressed. Посмотрите, как я одет. On Krishastami, I do arti. На Джанмаштами я делаю арти. Look at my beautiful sari. Посмотрите на мое прекрасное сари. Made in China. Сделанное в Китае. Look at my dhoti. Посмотрите на такое мое. Big gold border. И у меня там есть золотая линия. And when I do arti to Nitai Gaurachandra, и когда я делаю поклонение пуджу Нитай Гаурачандре, все меня снимают. They look at me. Они смотрят на меня. I'm the best. Я лучший. I've been devotee now for 2 years. Я был уже преданным уже достаточно долго, 2 года. I know 2 verses in Bhagavad Gita off by heart. Я знаю 2 стиха Бхагавад Гиты наизусть. I am a big scholar. Я большой ученый. Pride. Гордость. All right, what else? Какие еще? Зависть. Envy. Envy, pride, envy, they come together. Зависть и гордость приходят вместе. What else? Что еще? Greed. 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 Kama, loba. Greed. Жадность. Anger. Anger. Yes. Frustration. Anger. Arrogance. Высокомерие. Conceit. Обман. Dupliciousness. Crookedness. Лицемерие. Politics. Политика. Политика. Дипломатия. Кутината. Политика. Кутинатия называется политика. So Krishna he sees in your heart. И Кришна он все видит в нашем сердце. He'll dadami buddhi yogam tam. He'll give you intelligence to get rid of it.
Но ты разум как преодолеть, избавиться от этого. But you have to listen to him. Но мы должны слушать его. So the, we pull the weeds out. И мы вытягиваем эти сорняки с корнем. And then we put the fence around the Bhakti Lata beach. Мы окружаем заборчиком эту Бхакти Лату. But the Chaitanya Charitamrita gives the example. Чайтанья Чаритамрита дает в этом случае пример. That the mad elephant comes. Как бешеный слон может прийти. And tramples that plant. И он может затоптать это растение Бхакти. And the mad elephant is offenses to other devotees. И бешеный слон это обозначает оскорбление других преданных. So if one is serious and sincere, если кто-то серьезен и искренен, Krishna will guide you. Кришна, он будет наставлять нас. But the obstacles are there. Но всегда будут препятствия. Prabodhananda Saraswati, he writes. Prabodhananda Saraswati пишет. Shri Bhakti Mark, Koti, Kantaka, on the beautiful path of Bhakti. На королевском пути дороги Бхакти there are thorns. Всегда есть сорняки. There are millions of thorns. Миллионы колючек. So he prays, my dear Lord Chaitanya, please help me. Он молится, дорогой Господь Чайтанья, пожалуйста, помоги мне. Please guide me. Пожалуйста, наставь меня. So we're serious and sincere. И когда мы серьезны и искренни, we'll get that guidance. Мы получим это наставление. So this is just a short talk about the wonderful characteristics of rain. И это такая небольшая презентация на тему о прекрасных характеристиках премы. It's a very high thing. Это очень возвышенная вещь. And that example I gave in this material world, you can see examples. И в этом материальном мире вы также можете увидеть примеры любви. The mother very attached to the child. Как мать мы говорили, она очень привязана к ребенку. When the husband and wife, when the boy and girl fall in love. Когда жена, муж или юноша, девушка, они влюбляются друг в друга. But we have to transfer that attachment to Krishna. Но мы должны перенести эту привязанность на Кришну. And this is exhibited by the residents of Vrindavan. И это наглядно показано жителями Вриндавана. They even dream of Krishna. И они даже мечтают о Кришне. Им снится Кришна. They're so much absorbed in Krishna, they dream of it. Они настолько поглощены Кришной, что он снится им. Even in this physical body, when you come to the stage of Bhava. И даже будучи в этом физическом теле, когда вы достигаете стадии Бхавы. Your subtle body, your mind is under control. Когда наше тонкое тело, наш ум, он под контролем. When we sleep, our mind is completely out of control. Когда мы, например, спим, наш ум, он полностью без контроля. And we dream crazy things. И могут сниться какие-то сумасшедшие вещи. Dreaming is a product of the mode of passion. И сон — это сновидение, это продукт гунной страсти. But when the advanced devotee on the stage of Bhav. Но когда продвинутый преданный на стадии Бхавы, not only is the gross body under control, but the subtle body also. На его уровне не только грубое тело под контролем, но также даже тонкое тело. So we're not so advanced. Но мы не настолько продвинуты. But we have to continue practicing. Мы должны продолжать свою практику. With enthusiasm. С энтузиазмом. And by mercy of Prabhupada and Lord Chaitanya. И по милости Прабхупады и Господа Чайтанья. Nitai Gaura Chandra. We can all attain this higher stage. И мы все можем достигнуть этой высшей стадии. Although we may at the moment be grihastras. Но может быть в данный момент мы можем быть простыми грихасками. And somewhat overly attached to our family members. И кто-то может быть чрезмерно привязан к своим членам семьи. We have a shortcut. Но мы имеем такой короткий путь. Because we're born in the Kali Yuga. Так как мы рождены в Кали-Югу. Only 500 years after Lord Chaitanya. Буквально 500 лет спустя после рождения Господа Чайтаньи. And we're assisting Lord Chaitanya's Senapati. И мы помогаем Господу Чайтанье Сенапати. That's Prabhupada, who's like commander-in-chief. Это обозначает Прабхупада, который является главнокомандующим армией. Your grand disciple of Prabhupada.
И мы являемся духовными внуками Прабхупады. You're trying to help ISKCON here in Dnipro, Ukraine. И мы все пытаемся помочь здесь ISKCON Dnipro в Украине. Other cities in Ukraine. Или другие города Украины. You'll get mercy from Prabhupada Bhaktisiddhanta Bhaktivinoda. И вы можете получить милость от Прабхупады Бхактисиддханты Бхактивинода. Automatically. Автоматически. And attain these higher things. И достигнуть этих высших вещей. Спасибаш Нитай Гаура Чандра Ки. Джай. Прабхупада Ки. Джай. Когда вопросы у кого-то, кто желает спросить. Скажите, пожалуйста, наряду с тем, что мы занимаемся внешней проповедью, имеем какие-то уже обязанности перед вайшнавами, пуджа, поклонение, проповедь, намахаты. Как еще развивать внутреннюю проповедь? Потому что должен же быть какой-то стержень внутри, внутренняя наполненность, чтобы не было много формальности. Как вот это же нужно делать? Как? Внутренняя проповедь? Да. Что имеется? Проповедь себе? Не то чтобы в себе. Какие вещи нужно делать, чтобы наполняться внутренняя духовная жизнь, помимо того, что мы живем внешними вещами? So question is, along with our preaching endeavors, we do different programs, namahatas and distribution books and so on. So how we can fill up our inner capacity, how we can develop our inner spiritual capacity, how we can become capable to preach externally. How we can be spiritually from Shravanam, Kirtanam, Smaranam. So it's called Shravanam, Kirtanam, Smaranam. We must chant our rounds. Мы должны повторять свои круги. Trying to fix our mind. И должны зафиксировать свой ум. On first Gaur-lila. И первая наша медитация это Гор-лила. Нитай Гора Чандра. Нитай Гора Чандра. Шрила Майяпур. Шрила Майяпур. Нитай Адвайта Гададхара Шривас. Yes. So through the chanting we get the strength. Итак, через повторение мы можем получить силу. Бала. Wow. The conviction. Или убежденность. So this is why the chanting. Prabhupada said the most important instruction of the guru is to chant 16 rounds. И Прабхупада сказал, что самое главное наставление гуру это повторять 16 кругов. He said first chanting. No, he said first health. То, что он сказал, это первое здоровье у нас. Because we're conditioned souls. Мы обусловленные души. We're not Raghunandhas Goswami. Мы не являемся Раганандас Госвами. If your health goes, then everything goes out of whack. И если наше здоровье уйдет, то все пойдет кувырком и хаос. So you look after your health. То есть мы должны присмотреть за своим здоровьем. Then there's the chanting. Затем повторение. And the preaching. И проповедь. Then other services. И другие какие-то виды служения. So that's the order. Это есть порядок. But looking after your health means if you have disease. Смотреть за своим здоровьем это значит, если мы имеем какую-то болезнь. You try to do something about it. Мы должны что-то попытаться сделать. You don't over-endeavor. Но никогда не совершать чрезмерных усилий. And go to every doctor in Ukraine. Не отправляться к каждому доктору в Украине. If the health is bad, then you accept it as God's arrangement. Если здоровье уж очень плохое, так надо принять как устройство свыше. But you can take some precaution. Но вы можете принять какие-то меры. Just like you drive in a car. Например, когда вы ведете машину. Now, Krishna is the supreme controller. И Кришна верховный контролирующий. So why do you lock your car? Зачем вы закрываете машину? Your car's outside. Машина, например, стоит здесь, недалеко. Оставьте ключи в замочной скважине. Кришна все контролирует. Если кто-то хочет украсть, Кришна все контролирует. I see in Ukraine very nice locks on the doors.
Я вижу в Украине такие очень хорошие замочки на дверях леса. And the doors are all very steel. И двери такие все металлические, такие бронированные. But Krishna is the controller. Но Кришна все контролирует. Leave the door open. Оставьте дверь открытой. So we take precaution. И мы принимаем какие-то меры предосторожности. We lock the car. Мы закрываем машину. We have alarm on the car. Мы ставим сигнализацию. But we don't have 20 alarms on the car. Но мы не ставим, наверное, штук 20 сигнализаций. Да? And hire security guards to check the car. Или там нанять security или там охрану, чтобы она ходила вокруг этой машины. You know, we don't have like 5 doors. Но мы не имеем 5 дверей, например. And 10 CCTV cameras. Или там 10 камер наблюдения охранных сигнализаций. И проверять все время Днепровскую мафию. And security company from Львов. И также нанять службу безопасности из Львова. Maybe put one lock, two locks. Мы можем повесить один-два замка максимум. So, health, if it's bad, try to do something. Ну, если здоровье плохое, конечно, мы можем попытаться что-то сделать. But if it's not to be, if good health is not to be, then it's not to be. Но если нет хорошего здоровья, ну что делать, чему быть, тому не миновать. So that's how we understand health. То есть это то, как мы понимаем это положение. The second most important thing, chant every day. И второе, это повторять каждый день святые. So if you're not able to do 16 rounds, at least you do 8 rounds or 4 rounds or whatever it is. То есть если мы не способны повторять 16 кругов, то делайте как минимум 8, 4 или там сколько вы сможете. Then Prabhupada said the next most important thing is preaching. И следующий момент, то, что Прабхупада сказал, это проповедь. If you're not able to preach, help others to preach. Но если вы не можете сами проповедовать, помогайте тем, кто способен это делать. Like Indraduna Maharaj is a big preacher. Например, Индрадюна сам является очень большим проповедником. He needs people to help in Poland. И он имеет тех людей, которые ему могут помочь в этом. We can't all be big preachers. Все мы не можем быть большого калибра проповедников. Но мы можем помочь это делать другим. And then number four was other services. И номер четыре — это другие виды служения. So, Prabhupada one time he said this. И Прабхупада однажды сказал эти вещи. Anything else? Что-то еще? Could you please kindly explain what to do if you commit an offense to a devotee, then you understand that you did it, you apologize, and then again, you commit again the offense again the same devotee, and it continues. What to do in this situation? Привод? Вопрос состоит в том, что, например, если мы совершаем оскорбление преданного, мы осознаем свой поступок, мы извиняемся и потом опять совершаем это же оскорбление. И так продолжается. Что делать в такой ситуации? No, you must. Sometimes we may commit the offense. Иногда мы можем совершать какие-то оскорбления. We're Krishna bhaktas. Так мы считаемся Кришна преданными. And then if you're sincere, you will apologize. А если мы искренне, мы можем извиниться. But you have to avoid the same offense to the same person. Но мы должны как можно всеми силами избегать тех же оскорблений, направленных на того же преданного. At least do a different offense. Как минимум делайте другой тип оскорбления. Not the same one. Хотя бы не то же самое. I mean, you haven't learned. То есть вы как-то уже выучили урок. Now we have to be smart. То есть мы должны быть немножко разумными. You have to learn. Как-то должны учиться to avoid. Избегать. Isn't we have to learn how to avoid? Не правда же, мы должны учиться, как избегать их вещей. It can't be, you know, bhakti yoga, buddhi yoga. То есть бхакти йога, она является будхи. Buddhi, you're gonna be a little smart. То есть будхи обозначает немножко такой разум, знаете. Don't make the same mistake again and again. Не совершайте ту же ошибку снова и снова. At least make a different mistake. Как минимум делайте другую ошибку. And then you'll run out of mistakes to make in the end. И в конце концов вы исчерпываете все ошибки, которые вы можете совершить. There'll be no more mistakes to make. И просто не остается больше никаких ошибок, чтобы их сделать.
remember I was in charge of Sankirtan. This is in the 1980s. В 80-х Махарадж был назначен лидером Санкиртана. I was like in charge of 30 devotees. И под руководством было, то есть подчинение было 30 devotees. Sometimes they criticize each other. Иногда они критиковали друг друга. And there'd be, you know, a little friction. И там было такое легкое трение между. So I told this one devotee, I gave this devotee mental exercise. И я дал одному преданному такое ментальное упражнение. I said, you're living in the temple. Он сказал, ты живешь в храме. There's 30 devotees. И там 13 преданных. Every day. Каждый день. Go to a different devotee. Отправляйся каждый день к разным преданным. And glorify that devotee. Прославляй каждого из них. And then the next day go to a different devotee. И следующий день ты идешь к другому преданному. And with a different reason, glorify that devotee. И с другой, по другой причине ты прославляй этого другого преданного. And after 30 days you go back to the first devotee and glorify that devotee, but with something different. И когда по прошествии 30 дней ты отправляешься опять же к этому первому преданному и ищи другую причину для того, чтобы послать его снова. So the devotee who originally was a little critical. И изначально преданный, который был немножко критичен. Was looking at God's sisters and God's brothers. И он так смотрел на своих братьев и сестер духовных. To see something good. Чтобы увидеть что-то хорошее. And always meditating on something good. И все время медитировал на что-то хорошее. So this is practical. Can help us. Это очень практично, то что может помочь нам. We tend to see the bad. То есть мы, у нас есть тенденция видеть какие-то плохие вещи. Но иногда это есть склонность, ну, как-то проявляется. So we try to see good. То есть мы пытаемся видеть хорошее. Remember this mantra. Помните эту мантру всегда. If you have good in your heart, you will see good in others. Если вы имеете хорошее в вашем сердце, вы всегда увидите хорошее в других. And if you have bad in your heart, you will see bad in others. Если у вас плохие вещи в сердце, то, соответственно, вы смотрите на других в плохом аспекте. То есть это очень просто. Anything else? Что-то еще? Вы сказали, что первая наша медитация должна быть на Гауралинге. В то же время рекомендуемый порядок книг для чтения. Сначала Бхагавад-гита, потом Шримад-бхагаватам, потом читание Чаритамрита. Как это совместить? You said that first our meditation should be directed towards Gauravila. But our books in different order. So we first read Bhagavad Gita, then Shrimad Bhagavatam, then CC Chaitanya Charitamrita. Yeah, so why that's true. Это правда. But even when you're beginning to read Bhagavad Gita, you can look at Chaitanya Charitamrita. Но даже читая Бхагавад Гиту на начальных стадиях, вы можете так смотреть немножко, читая Чаритамриту. Bhaktivinoda Thakur is very clearly written. Но Бхактивинода Тхакура очень четко и ясно объясняет. When you start your chanting in your bhajan. Когда вы начинаете bhajan свое повторение. First Gaura-lila. Первое это вход в Гауралилу. And Prabhupada is clearly written in Chaitanya Charitamrita. И Прабхупада очень ясно пишет в Чайтанья Чаритамрите. Adi Lila, chapter 8. Adi Lila, 8 глава. Text 20. 20 текст. First Gaura-lila. Он пишет, первое это Гаура-лила. He says, it is very beneficial if we chant. Это очень благоприятно, если мы повторяем. Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда. Before chanting Hare Krishna. Перед тем, как мы начнем повторять Харе Кришна. He says, it is very beneficial. Says it twice. Он говорит, это очень благоприятно. Он говорит это дважды. And then Prabodhananda Saraswati in Chaitanya Chandamrita. И Прабхупада Сарасвати в Чайтанья Чандрамрите. Text 92. В 92-м тексте. Says. Сказал. Yata yata gora padare binde. Radha padambuja sudumbursi. First Gaura-lila. И это обозначает первая Гаура-лила. Then. Vrindavan Radha Krishna. Только после Vrindavan Radha Krishna. So you read Adi Lila, chapter 1. Почитайте Adi Lila, первую главу. No, chapter 8. Восьмую главу. Chapter 8.
Text 24 describes the 10 offenses, and there Prabhupada says word for word, it is very beneficial to first chant Sri Krishna Chaitanya Prabhupada before chanting Hare Krishna. Prabhupada в комментариях пишет, что это очень благоприятно сначала повторять перед прочтением Махамантры Шри Кришна Читания Прабхупады. Кто-то нашел это уже? Ади Лила. Ади Лила. Ади Лила, chapter 8. Восьмая глава, 24 текст. Text 24. Anyone looking for it? Does it say that? В тексте описано, что существует оскорбление, которое следует помнить. It is very beneficial. Перед повторением мантры Харе Кришна очень благоприятно произносить имена Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда, поскольку благодаря повторению этих святых имен человек немедленно погружается в экстаз и освобождается от оскорблений, которые могут быть допущены при повторении Махамантры Харе Кришна. Word for word. Слово в слово. You have to have the reference. То есть мы всегда должны иметь ссылку. Otherwise anyone can sit here. И наш любой может сесть, может сказать что угодно. Но мы должны всегда иметь ссылку. Это называется шастрическая совместимость. Иногда преданные могут так, но Прабхупада сделал это, Прабхупада сказал то. Very strong statement. Такие очень такие крепкие высказывания. But no reference. Но нет ссылок. Have to be a little careful. Ну, мы должны быть немножко осторожны. So, any other last question? Какие-то еще последние, наверное, вопросы. Спасибо большое за лекцию. Махарадж говорил, что можно повести свои привязанности, которые у нас есть близким, на Кришну. Как это сделать реально в жизни, так, чтобы мы не стали сухими, пренебрежительными к тем же близким, друзьям, потому что это также может память их сердца, создавать какой-то образ у преданных. Антисоциальный? Даже не столько, но просто о сознании Кришны в целом. Не используя репутацию. Да, и плюс для того, чтобы мы сами не стали закрытыми. So you mentioned that we have to transfer our attachment from material to spiritual dimension, and how we can do this practically, get risk to become a dry person and also maybe, how to say, lost our reputation, like, you know, sometimes people can see us like a dry and not loving person close to us, our own family members. Oh. In spiritual life is a higher taste. В духовной жизни всегда есть высший вкус. You know that verse, 259? Знаете этот стих, 2:53? There is higher taste. Это есть высший вкус. So, if I offer you a glass of muddy water or a glass of mountain stream water. Например, если мы смотрим на одну и ту же вещь, то есть у кого-то есть взгляд на стакан с какой-то грязной водой, либо на стакан с чистой прозрачной горной водой. You don't have to renounce the muddy water. You naturally take the То есть мы как-то насильно не будем отрекаться от грязной воды, мы просто, естественно, будем пить чистую кристальную горную воду. So in spiritual life there is a higher taste. В духовной жизни существует высший вкус. But still we have our responsibilities. Но тем не менее мы имеем свою ответственность, свой долг. As husband, wife. Как жена, муж. As parents. Как родители. And also we're not pure devotees. Также мы не считаемся чистыми преданными пока. We've got one foot in the material world. Мы имеем одну ногу, которая стоит на материальном мире. Naturally, those attachments will be there.
И, естественно, какие-то привязанности не будут. And we just look at the example of the acharyas. И мы должны посмотреть, например, ачарьев. Prabhupada had five children. Prabhupada имел 5 детей. He tried to bring them up with love. И он хотел их воспитать с любовью. So we try to bring up our children in Krishna consciousness. Мы хотим также воспитать своих детей в сознании Кришны. And give them attention. И дать им особое внимание. But if they're against, if they're really against Krishna consciousness. Но на самом деле, если это по-настоящему против сознания Кришны. Not neutral. I'm saying really against. То есть не нейтрально, а вообще против, враждебно. Then to maintain relationship is pratikula. То поддерживать такие взаимоотношения является пратикулой. It's not favorable for bhakti. Не является благоприятным для бхакти. Let's just finish by reading what Prabhupada says. То есть я сейчас закончу тем, что прочитаю Прабхупада высказывание. Right, I'm reading now. Yes, я читаю. As for detachment from children. Как от отречения от детей. Wife and home. Жены и дома. It is not meant that one should have no feeling for these. This is in Bhagavad Gita, chapter 13, text 8. Chapter 13, text 8. And Prabhupada. Как от непривязанности к детям, жене и дому. Это не предназначено для того, чтобы найти перевод. Communication problem. I would like to be exact. Very good, isn't it? Отсутствие привязанности к жене, детям и дому вовсе не означает, что мы не должны испытывать к ним близких, к ним никаких чувств. Наши близкие – естественные объекты нашей любви. Но когда они становятся помехой для духовного развития, от привязанности к ним необходимо избавиться. Метод сознания Кришны – лучший способ создания в доме благоприятной атмосферы. Если человек обладает сознанием Кришны, он может сделать свою семейную жизнь очень счастливой, так как метод сознания Кришны очень прост. Достаточно просто повторять «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, 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 Харе Харе». Питаться остатками пищи, предложенной Кришне, читать и обсуждать такие книги, как Бхагавад-гита, Шримад-Бхагаватам, и поклоняться Божеству. Эти четыре вида деятельности сделают нас счастливыми. Мы также должны приобщиться, приобщать к ним членов своей семьи. Утром и вечером все домашние, собравшись вместе, могут петь «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе». Если человеку удается, следуя четырем названным выше принципам, создать в семье обстановку, способствующую развитию сознания Кришны, ему не нужно уходить из дома и отрекаться от мира. Если же обстановка в семье неблагоприятна для духовного развития, то от семейной жизни следует отказаться. Ради того, чтобы постичь Кришну и служить Кришне, нужно пожертвовать всем, как это сделал Арджуна. Is it clearer? Теперь ясно? So now, straight from Prabhupada's mouth. Это непосредственно из рта, из уст Прабхупады. Four things. Четыре вещи. What are the four things? Какие же это четыре вещи? Come on. Давайте. And it's... Пандиты, пандитини. Four things you have to do. Четыре вещи говорить.
чем хулинен читать и обсуждать, discuss Шримад Бхагаватам, worship deities. You have to try. Вы должны пытаться. And Prabhupada tried to do with his family. И это то, что Прабхупада пытался делать со своей семьей. But wife wasn't very interested. Но жена на него на самом деле серьезно заинтересована. И она хотела пить чай. Чай. And Prabhupada's eldest son. И Прабхупада старший сын. Prayag. Его имя Prayag. Became mad. Он стал сумасшедшим. He died when he was 30. И он умер, когда ему было 30. Prabhupada's second son took ISKCON to court. И второй сын Прабхупады, он подал на ИСКОН в суд. But Prabhupada tried. Но Прабхупада пытался. And you will try. И вы тоже пытаетесь. And then Krishna will be happy. И тогда Кришна будет счастлив. And maybe the children will be neutral. И как минимум дети, может быть, будут неправильны. Может быть, будут слегка заинтересованы. Но может быть полностью практикуют. Может быть полностью против. Hiranyakashipu, he had his son Prahlad. Hiranyakashipu имел своего сына Прохладу. Prahlad became against Hiranyakashipu, and Hiranyakashipu against Prahlad. И он стал против, его сын стал против отца Хираньякашипу, и Хираньякашипу был против своего сына Прохлады. Спасибо.